В этом году в связи со сложившейся обстановкой угрозы заражения коронавирусом все праздничные мероприятия в честь 75-летнего юбилея Победы отменены. День пройдет без традиционного парада, митингов, развлекательных мероприятий и народных гуляний. На территории города и района будут продолжать действовать ограничительные меры в условиях самоизоляции. Просим всех соблюдать режим и без крайней необходимости оставаться дома. В Заинском муниципальном районе отменены все мероприятия на 9-10 число. В связи с ограничительными мерами просьба граждан без острой необходимости не посещать общественные места и не выходить из дома без средств индивидуальной защиты. Также у нас как по городу, так и по району будут продолжены рейдовые мероприятия по выявлению нарушителей самоизоляции. В случае выявления граждан, нарушающих самоизоляцию, и будут привлечены к административной ответственности. Уже сейчас известно, что парад Победы, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, могут перенести на июнь или сентябрь. Об этом заявили в правительстве Республики Татарстан. Точная дата проведения парада Победы, скорее всего, будет названа в конце мая. Елена Маврина, Денис Ипатов, новости Татарстана.